рамках национальной программы «Спорт – норма жизни» в городе Лихославль на стадионе «Салют» была открыта новая площадка спортивная. Здесь находятся различные тренажеры, на которых можно заниматься различными видами подтягивания, отжимания, силовые упражнения. Эта площадка будет использоваться в различных соревнованиях, в сдаче норм ГТО. Но сейчас пока, на данный момент, в режиме самоизоляции, здесь невозможно все это осуществить. Но как только ее снимут, сюда можно прийти и испробовать все эти новые тренажеры. Также, сидя дома, можно поотжиматься, поподтягиваться, покачать пресс. Ну и, люди, сидите дома. Пока.